Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Радиосфера. Сегодня мы затронем вновь тему пультов дистанционного управления для телевизоров и не только. Расскажем, как найти именно свой, что для этого необходимо делать и многое другое. Не переключайтесь! Существует огромное разнообразие пультов на ту или иную аппаратуру. В 21 веке можно найти даже вентиляторы, сетевые фильтры и люстры, управление которых осуществляется с пульта. В наших магазинах насчитывается более 8000 моделей, некоторые из которых могут визуально быть очень похожи, но работать на разной частоте, а значит не взаимозаменяемые. Именно поэтому стоит быть внимательным и не полагаться лишь на внешний вид корпуса. Также у каждого производителя имеется свой список моделей, который менялся на протяжении многих лет и усовершенствовался, как и сама аппаратура. Менялся дизайн, прошивка, характеристики и так далее. Но вы помните, те самые 80-е, когда пультом являлся самый младший в семье. Сейчас технологии не стоят на месте. Телевизоры стали еще тоньше, еще с большей диагональю, пульты имеют тачскрин, Bluetooth-соединение и голосовой ввод. Но много кто продолжает пользоваться классическим кинескопным телевизором. На нашем сайте в каталоге товара вы найдете модель для любой техники без труда, независимо от года выпуска. Тут для вас представлены и на кондиционеры, и на DVD-плееры, и на цифровые ТВ-приставки. Ссылка на сайт внизу в описании. С этим разобрались. Давайте же перейдем к поиску. Как все-таки найти подходящий пульт самостоятельно? В первую очередь необходимо узнать производителя, если ранее не обращали на это внимания. Будь то Samsung, Hitachi, Philips или Горизонт. Ввести в поисковой строке наименование и попробовать найти по внешнему виду свой пульт. Если же это все-таки достаточно сложная процедура, для более точного результата введите модель, которую можно узнать на задней стороне вашего телевизора, на таблице, где указаны цифры и символы. В паспорте на лицевой стороне также указывается модель аппаратуры. Еще некоторые производители пишут номер модели на самом пульте под кнопками в нижней части, что упростит поиск. На сайте radiosfera.net имеется фильтр, где вы можете выставить категорию по производителям и даже цвету. В крайнем случае, всегда есть возможность прийти в любой из наших магазинов, где специалисты сами подберут вам нужный пульт по марке или модели. Если нет такой возможности, позвоните нам по номеру телефона, и наш менеджер постарается подобрать нужный пульт, а также обговорить доставку в любой указанный город. Ссылка на сайт, а также контактные номера вы найдете в описании под этим видеороликом. Если вам эта информация была полезна, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видеоролики. Всем пока!